Мотор, поехали, намасте, дорогие друзья, с вами снова Ярослав Мудр Воронцов, и я обращаюсь к тем, кто хочет совершить аскезу, серьезную аскезу, начиная с понедельника. Аскез заключается в том, чтобы поголодать на воде 7 дней, начиная с понедельника, 6 февраля. Почему 6 февраля? Потому что следуют 3 дня хороших акадышей, 7, 8, 9, очень прекрасное время для начала голодания. И вот, пожалуйста, смотрите, какой у нас здесь прекрасный календарчик. 7, 8, 9, очень прекрасное время для голодания. Я надеюсь, что вы захотите к этому присоединиться. Как вы знаете, что когда хорошие дни, экадыши благоприятствуют для того, чтобы сделать это не только духовная, но и физическая очистка. Физическая и духовная очистка. Итак, как это все будет проходить? Мы создаем группу ВКонтакте, где поместим информацию с помощью нашего доктора, который профессионально занимается лечением, голоданием. И в прошлом году я был у нее в Запорожье в групповом голодании 7 дней. Мария Орловская, прекрасный доктор, веган, вегетарианец, мать 4 детей, которая своей жизнью, своим образом жизни показывает и доказывает, как это здорово жить по-вегетариански и правильное голодание совершать периодически. В общем-то, я понимаю, что не все, кто слушает меня, вегетарианцы, но, ребята, вегетарианцы или не вегетарианцы, почистить организм – это всегда полезно. Я сейчас не буду подробно рассказывать, много видео есть по этому поводу, что какой организм у нас, как он засаривается от той пищи повседневной, которую мы имеем. Поэтому я просто предлагаю, начиная с понедельника, сегодня суббота, okay, подготовиться за эти 2 дня, чтобы с понедельника начать голодать. И голодание будет на воде, плюс травы, лечебные травы, которые помогут, антипаразитарные травы, которые помогут очистить организм от всего того ненужного хлама, который мы накопили за все это время. Okay? И почему я этим занимаюсь, я это делаю 3 раза, в прошлом году сделал 3 раза, каждые 4 месяца, вообще желательно делать раз в 3 месяца, недельное голодание. Очень-очень полезно, по опыту прошлого года, который я прошел, я вот решил начать этот год также с этого процесса. И хочу, чтобы мы создали общую группу, вместе заряжались, вместе это делали. Это будет намного проще, намного эффективнее. Мы создадим такой эгрегор голодающего народа Поволжья, который делится вот этой позитивной энергией. Уверен, что вы почувствуете, какая радость, какие ощущения будут у вас после того, когда вы пройдете этот процесс недельного голодания. Кто не может недельного, окей, вы можете только 1 день делать, или 2, или 3, 5, ну или 7, окей. То есть кто насколько может. Главная идея начать, когда группа, вот мы будем друг друга поддерживать, это будет очень здорово, это будет просто суперово, понимаете. Мы будем такие голодные, как звери, но добрые человеке, с большим добрым сердцем, поскольку очищение, оно благоприятствует развитию большей благости, чувства благости в наших сердцах, в наших умах. Okay? Ну и к тому же напоминаю, что любые аскезы, которые вы будете подвергать себя в этом процессе этого голодания, так тогда, по-моему, где-то настраивать на видео, типа селфи. Аскезу, которую вы совершаете в процессе голодания, дает вам очень много таджаса или энергии. Это энергия, которая вам будет очень полезна в вашей повседневной жизни. В любом случае, ребята, это просто здорово, это просто очумительно. И объединившись вместе, мы сможем легче пройти этот процесс недельного голодания. Поскольку будем друг друга поддерживать, мы будем общаться на скайпе, ВКонтакте будет информация о том, как подготовиться, как проходить эти все процессы, что вам нужно будет подготовить, ничего сложного нет, нужно будет купить травы в аптеке, которые вы будете пить
вместе с водичкой и купить эту специальную, как там, кружка, не помню медицинское название, называется она, ну, в общем, та штучка, которая делается для очистки кишечника, для клизмы, окей? Она поможет вам вытащить всю эту вот вашу почистить ваши внутренние органы, ваш кишечник, окей? И стать новеньким, и с вот очистившимся новеньким, начать кушать здоровую, прекрасную пищу, которая наполнит вас энергетическим благостным содержанием, и вам будет легко и хорошо, окей? Все вопросы, значит, я этот видео выложу на посте у себя на страничке и в группе Веда Дом, окей? Детали будут там же. Какие вопросы, пишите, не стесняйтесь. Берите друзей вместе в кучу, чтобы вместе это сделали. Чем больше будет людей в этой группе, мы вместе все будем, тем нам будет легче, потому что мы будем в одной единой команде друг друга поддерживать и делиться своими позитивными эмоциями, своим опытом. Okay, guys? So, see you и увидимся. Мы будем с вами периодически видеться, видео будем записывать, аудио, то есть, ну, поддерживать этот весь процесс. И все, значит, подписывайтесь, кто хочет в нашу команду, записывайтесь, и мы начинаем в понедельник с утра. Ну, естественно, вся подробная информация должна уже, вы должны быть подготовиться еще с вечера в воскресенье, то есть завтра. Друзья, с вами был Ярослав Мудоворотцов, как всегда. Больше информации на нашем сайте vedadom.com. И что я хочу сказать, как всегда, любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И любовь вернется вам, старицы. Намасте. Стоп, машина!